Вся оперативная информация нашего города в программе «Чрезвычайка». По данным пресс-службы отдела МВД России по городу Нефтекамску, за прошедшие сутки были зафиксированы 5 краж, 1 мошенничество, 2 факта хранения и сбыта наркотиков, 1 факт изъятия оружия, 4 повреждения чужого имущества, 1 мелкое хищение, 9 телесных повреждений, 1 самоубийство и 8 административных правонарушений. Бригады скорой помощи совершили 168 выездов. Из них по поводу получения различного вида травм к медикам обратилось 6 человек. 21 нефтекамец был срочно госпитализирован. Зафиксировано 9 выездов, связанных с криминалом. Кроме того, 9 человек обратились в скорую с признаками алкогольной интоксикации организма. 4 выезда оказались безрезультатными. В родильном отделении Центральной городской больницы на свет появилось 6 малышей. 1 мальчик и 5 девочек.